И снова здравствуйте. Вы на канале Час Ремонта. Сегодня на обзоре электрорубанок Bosch PHO1500. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электрический рубанок Bosch PHO1500 – компактный и производительный инструмент бытового уровня, который может применяться не только для строгания, но и для выборки четверти и снятия фасок. С помощью широкой рукоятки можно не только крепко удерживать инструмент во время работы, но и регулировать глубину строгания от 0 до 1,5 мм. Кнопка блокировки фиксирует клавишу пуска и предотвращает непреднамеренное включение инструмента. Имеется возможность выборки четверти. Для более точного прилегания к заготовке подошва отфрезерована. Рубанок PHO1500 оснащен фирменным твердосплавным ножом, острым и долговечным. Лезвие вставляется в паз и его легко менять. Наличие двустороннего пылеуловителя препятствует загрязнению рабочей зоны. В комплекте, кроме самого рубанка, вы получите специальный ключ и документацию. Все это упаковано в картонную упаковку. Рубанок предназначен для обработки деревянных поверхностей. Модель работает от двигателя мощностью 550 Вт. Высокая скорость вращения барабана 19500 оборотов в минуту обеспечивает безупречное качество обработки. Глубина обработки, максимум которой составляет 1,5 мм, регулируется с шагом 0,1 мм. Три V-образных паза разного размера ускоряют и облегчают снятие фаски. Преимущества. Три V-образных паза для точной обработки углов. Глубина выборки паза до 8 мм. Блокировка включения. Электронная балансировка ножевого вала. Система ножей Wood Razor. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете, хоть их и ничтожно мало. Сначала я расскажу вам, на что жалуются обладатели этого инструмента. Только один нож. Провод на морозе становится хрупким. Слишком широкий корпус. Выброс опилок только в одну сторону. Может сбиваться глубина строгания. Площадка имеет вогнутость. Буду объективным и сейчас расскажу еще и о положительном мнении пользователей этой модели. Небольшой. Легкий. Качественно сделан. Приятно и удобно лежит в руке. Надежный. Хорошее сочетание цены и качества. Тихо работает. Производительность на высоте. Нет вибрации. Возможно, вы станете владельцем этой модели рубанка. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!